Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В условиях объявленного особого противопожарного режима в Курской области мотопатрули уже совершили порядка 50 выездов для осуществления контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в лесных массивах. В основном проводим общение с населением, а также наша мотогруппа неоднократно выезжала на всевозможные пожары, не только природные, но и техногенного характера. У нас есть снаряжение для тушения пожаров, это ранцевые установки пожаротушения. Также мы можем работать при ДТП, то есть у нас есть аварийно-спасательный инструмент, которым мы можем деблокировать пострадавших в случае ДТП. Также во время патрулирования на мотоциклах и квадроциклах МЧС сотрудниками пожарного надзора ведется профилактическая работа с населением. Смотрим, чтобы не разводили костры на территории. Также выявляем людей, кто жарит шашлык, потому что сейчас на территории Курской области введен особый противопожарный режим с 14 июля. Спасательная группа – это два пожарно-спасательных мотоцикла и квадроцикл, двигающиеся через весь Курск и окрестности, особенно в те районы, где расположены детские оздоровительные лагеря, лесопарки и садовые товарищества. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас!